Руководителя управления отходами в Новочебоксарске признали виновным в совершении экологического преступления. В Следственном комитете установили, что предприятие на протяжении 2 лет сливало сточные воды с опасными бактериологическими и химическими веществами. Летом 2017 года трубопровод был прорван. Руководство предприятия было обязано контролировать состояние трассы напорной канализации. Но разгерметизация трубопровода все же произошла. Из-за аварийного разлива загрязнили более 15 тысяч квадратных метров почвы. В ходе следствия установлено значительное превышение фоновой концентрации химических и биологических веществ. Тем самым был причинен ущерб в размере более 40 миллионов рублей. Причастность осужденного к инкриминированному деянию подтверждается заключением комиссионной экологической судебной экспертизы, а также показаниями более 40 свидетелей. Разгерметизация трубопровода была в кратчайшие сроки устранена. Руководителю Новочебоксарского филиала управления отходами назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.